Я обрадую вас с дозволения Аллаха с тем, что ухудшение критического положения и омрачение ситуации – это начало мгновений рассвета и проблеска света облегчения с дозволения Аллаха Свят Он и Велик. Но закон, сунна Всевышнего Аллаха заключается в том, что победа приходит только после ухудшения положения. Мысленное представление себе и размышление об этом божественном законе Вселенной – одна из величайших причин, которая помогает в стойкости и терпении мысленное представление и размышление о законе, что победа приходит только после усиления горя, а усиление горя – это то, что приводит к победе и облегчению с дозволения Аллаха Свят Он и Велик. Пришли аяты в книге Аллаха, указывающие на это великое правило и великий закон. Из таких аятов слова Всевышнего Аллаха в суре Юсуф. Когда же посланники приходили в отчаяние и понимали, что их сочли лжецами, к ним приходила наша помощь и спасались те, кого мы хотели спасти. Наше наказание нельзя отвратить от грешных людей. Посмотри же, как этот аят указывает на отчаяние посланников в том, что люди им поверят, а люди уже начали думать, что эти посланники солгали им или посланников посчитали лжецами согласно другому виду чтения, что означает потеря убежденности в победе в таком виде, в котором ее ожидали люди, как это упомянул шейху Ислам ибн Таймия, и как сказал Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, пророку, да благословит его Аллах и приветствует во время худайбийского договора, разве ты не обещал нам, что мы войдем в Мекку и совершим таваф в нем в этом году? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему, Разве я поведал тебе, что это будет в этом году? Ромар ответил: Нет, и Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Поистине ты войдешь туда и совершишь таваф». Как сказал Шейху Ислам, люди думают иногда, слыша безусловное обещание Всевышнего Аллаха, которое не обусловлено ни местом, ни временем, ни Описанием по каким-то причинам, что оно в определенном виде, хотя на это не указывает текст от Аллаха, но затем им проясняется, что их предположения были неверные. Имеется в виду, что этот аят объясняет, когда явится победа. Всевышний сказал, когда же посланники приходили в отчаяние и понимали, что их сочли лжецами, к ним приходила наша помощь и спасались те, кого мы хотели спасти. Наше наказание нельзя отвратить от грешных людей. Всевышний и благословенный Аллах сказал в суре Аль-Бакара, «Или вы полагали, что войдете в рай, не испытав того, что постигло ваших предшественников, их поражали нищета и болезни. Они переживали такие потрясения, что посланник и уверовавшие вместе с ним говорили, когда же придет помощь Аллаха. Воистину, помощь Аллаха близка. Этот аят указывает на закон Аллаха во Вселенной. Или вы полагали, что войдете в рай, не испытав того, что постигло ваших предшественников? То есть это повторяющийся закон. Их поражали нищета и болезни. В это входят все виды бедности, болезни, ранения, убийства и все, что поражает тело человека из вреда. Они переживали такие потрясения, что посланник и уверовавшие вместе с ним говорили, когда же придет помощь Аллаха. Посланник Аллаха ждет победу с нетерпением и не может дождаться. И аят далее гласит, воистину помощь Аллаха близка. О, брат мой из Шама, я прочту тебе аяты из книги Всевышнего Аллаха, постарайся вспомнить явление, подобие которого описывают эти аяты, постарайся вспомнить, как этот враг набросился со всех сторон, затем вспомни, как тревоги и страх поразили души, Затем вспомни тех, кто посыпались во время этого кризиса, хотя о некоторых из них мы хорошо думали. Некоторые из них ушли вместе с притеснителями, другие стали произносить пораженческие высказывания, другие начали лишать муджахидов-революционеров и сопротивляющихся поддержки и отбивать их охоту на продолжение сражения. Затем вспомни позицию правдивых, которые проявили стойкость и терпение во время этого кризиса. Всевышний и благословенный Аллах говорит, описывая картину, подобную этим. Вот они напали на вас сверху и снизу. Затем этот аят рассказывает о тяготах и сильных испытаниях верующих. И тогда взоры замерли, сердца достигли горла, и вы стали делать предположения об Аллахе по причине их сильного трепетания. Там верующие подверглись испытанию и сильному потрясению. Затем аят рассказывает о рассыпавшихся, где Всевышний Аллах говорит – вот сказали лицемеры и те, чьи сердца поражены недугом, обещания Аллаха и его посланника были всего лишь обольщением. Затем аят упоминает позицию тех, кто отвращает людей от войны. Всевышний Аллах говорит, «Аллах знает тех из вас, которые отвращают людей от участия в войне, и тех, которые говорят своим братьям, идите к нам, они принимают в войне ничтожное участие». Затем Аллах упоминает позицию правдивых верующих. Всевышний Аллах говорит, когда верующие увидели союзников, они сказали, это то, что обещали нам Аллах и его посланник. Аллах и его посланник сказали правду, это приумножило в них лишь веру и покорность. Среди верующих есть мужи, которые верны завету, который они заключили с Аллахом. Среди них есть такие, которые уже выполнили свои обязательства или умерли, и такие, которые еще ожидают, но никак не изменяют своему завету. Это происходит для того, чтобы Аллах воздал правдивым за их правдивость и наказал лицемеров, если он пожелает этого, или принял их покаяние. Воистину, Аллах прощающий, милосердный. Вспомни эти аяты в Суре союзники, в которых Всевышний Аллах описывает несчастье, сильные испытания, позицию лицемеров, позицию отвращающих людей от джихада и позицию стойких и терпеливых.